Представляем вашему вниманию комбайн для уборки чеснока из пленки. Данное устройство является энерго- и трудосберегающим. Оно позволяет осуществлять сбор одновременно четырех растений. Находясь под пленкой, чеснок защищен от сорняков, а почва постоянно насыщена влагой. Во время извлечения урожая из земли, почва, благодаря достаточному количеству влаги, остается неповрежденной. При сборе урожая одновременно происходит его обрезка от ботвы, после чего она складируется по обе стороны от ряда с чесноком.